Привет, друзья! У меня хорошая новость. Вас уже 300 человек на моем канале. И Славка скоро сделает розыгрыш. Розыгрыш будет проходить после того, как я выпущу видео с Троицкой Печерска, как я ездил в Ене, Коми Рыбаку. Так что, ребят, у вас есть возможность еще, пока я не выпустил видео, ставить там. Короче, писать вы должны, что я согласен, вот, и будет потом розыгрыш. И я розыгрыш буду делать не рандомайзером этим всяким, как обычно, сколько будет человек, я всех напишу бумажечку и случайным образом вытащу чью-то фамилию. Так что, ребят, дерзайте, подписывайтесь на мой канал, побольше народу, чтобы было. Видосов у меня еще вот столько, то есть вот столько. Вот столько. Не вот столько, а вот столько. Так что, друзья, подписывайтесь. И не забывайте писать, что я участвую. Все. Кто-то так напишет, тот участник. А что будет разыгрываться на моем канале, ребят, это мы узнаем в тот день, когда пройдет розыгрыш. Я тогда покажу, что кто выиграл. Но не переживайте. Это все для рыбалки, для рыбаков. Так что кому-то понравится, по-любому. Так что, друзья, дерзайте. Ну и, как всегда, Славка с вами, Славка на связи. И мой канал, Сыктывкар, Фишка. Все, ребят, всем пока и всем удачи. А я пошел на рыбалку.